29 июня около 17:30 на улице Ленина, города Ижевска. Мужчина 77-го года рождения, управляя микроавтобусом «Форд» и перевозя пассажиров, не справившись с управлением, совершил наезд на опору электроосвещения. В результате данного происшествия за медицинской помощью обращались и доставлялись в медучреждение 4 человека, но госпитализация им не потребовалась. Необходимо отметить, что пассажиры данного микроавтобуса при движении не были пристегнуты имеющимися ремнями безопасности. По факту данного ДТП ГИБДД Удмуртии выйдет перед прокуратурой с инициативой о неплановой проверке деятельности организации перевозчика пассажиров.